Парковка на газоне. Это актуальная дорожная проблема на этой неделе вызвала бурное обсуждение в одном из пермских интернет-сообществ. Конкретно ситуацию обеспокоили жители Свердловского района. По их наблюдениям, вблизи проходных завода, у остановки общественного транспорта Обвинская, на месте зеленых насаждений паркуются десятки автомобилей. Отметим, что ранее в выпусках телевизионной службы новостей мы рассказывали об этой проблеме, но она так и осталась нерешенной. Кто наведет порядок в этом месте, попытался разобраться Дмитрий Гаврилов. У меня вопрос к администрации завода Свердлова. Сколько можно терпеть машины ваших рабочих, разбросанные по всем газонам? Где администрация Свердловского района? Вся грязь газонов идет на дорогу, вся зелень убита колесами машин. Завод большой, и пусть вам выделяют места внутри завода или пешком на работу. Много лет назад такого беспредела не было. Это не только около завода такая проблема. Это массово у общественных мест. Это нужно решать на уровне администрации города. И подобными сообщениями пермский сегмент ВКонтакте был просто завален на текущей неделе. А все потому, что проблемная ситуация осенью ощущается куда острее, да и актуальна она уже не первый год. Местные жители вспоминают, несколькими годами ранее такой картины здесь не наблюдали. По их мнению, проблема заключается в дефиците парковочных мест, ведь количество автотранспортных средств в краевой столице неумолимо растет. Надо думать о расширении стоянок, как людям-то вообще поступать, если вот здесь работают, ставить некуда, ну, вынуждены просто. Конечно, это непорядок. Пользователи социальных сетей также предположили, что владельцы припаркованных автомобилей – сотрудники завода «Протон Пермские моторы» и предприятия ОДК «Пермские моторы». Однако в пресс-службе предприятия нам сообщили, что это не так. Что касается парковки, то для работников организована стоянка перед проходными на Компросе и на Героев Хасана. В 2017 году в эфире ТСН мы уже поднимали этот насущный вопрос. За комментариями тогда обращались в ГИБДД, где нам сообщили, что контроль за автомобилями, стоящими на газоне, не входит в зону ответственности автоинспекции, и переадресовали к муниципалитету, поскольку газон относится к категории зеленых насаждений. Спустя 2 года мы вновь решили адресовать вопрос в районную администрацию и получили следующий ответ. Решается вопрос установки ограждения, препятствующего заезду транспортных средств на газон на улице Куйбышева. Разрабатывается проект организации дорожного движения, в рамках которого предусмотрено строительство парковочных карманов в районе перекрестка улицы Куйбышева и Обвинской. Дмитрий Гаврилов, Александр Худяков, телевизионная служба новостей.